3000 смартфонов с установленным на них приложением Fumi раздадут на Рождество бездомным жителям Нью-Йорка основатели стартапа Blockchain for Change. Благодаря новому гаджету люди, оставшиеся без крова, смогут получить доступ к сайтам государственных услуг и узнать место, куда можно обратиться за социальной или медицинской помощью. Имеют устройство еще одно преимущество – электронный кошелек ChangeCoin с начисленными на счет 30 токенами. Эти цифровые деньги участники проекта смогут потратить на звонки, пользование интернетом и покупку услуг.